А вот один из жителей Красноярска. Что не желает в наступающем году красноярцам? Чтоб веселые были, не грустили, не грубили. И водку пили, да? Не грубили. А водку пили? Ну, водку пускай пьют, но немного. Завершение бенгальского огня. Все. Смотри, это лучший футболист 95-го года, Роберто Банчев. Видите, я покрутила. Окей, наиграла. А, вот, отлично. Вау! Смотрите. Подкрутила. Снимай. Вот. И удары. Вот он. Вот он. Самый клёвый футболист в мире. Подходит к концу. Сми, Юля. Пап, ты куда? А? Пап! Хватит, что, бабушка? Куда? Машину ставить сюда. Иди за папой дверь. Сейчас. Ну давай, великан. Ну давай, ну что ты крутишься? Подожди, подожди. Папку надо запечатлеть в кадре. Давай, ну сейчас убежит. Кто будет до первого подъезда бежать? Уйди отсюда. Ну все, пока. Я желаю всем, чтобы у всех 96-й был год превосходный. Вот, чтобы 96-й был намного лучше, чем 95-й, которым был плохой год, очень плохой. Вот мы пожелаем всем детям на свете Новый год 96-й. Хорошо погулять. Это самое главное.
Это ворчунья, учить не хочется разговаривать. Вот и она. Она сейчас молчит пока что. Она видела. Ну давай вопрос еще. Вы счастливый человек? В каком-то смысле, да. Примерно счастливый. А примерно. Что вы хотите, чтобы в 96-м было, чтобы вы еще счастливее были? А? Ну что вы думаете, что у вас не хватает для полного счастья? Четверки по литературе. А? Да, да, да. Что зуб? Что зуб? Не зуб. А что? Какой зуб? Какой зуб? А что? А? Я перепутала. По литературе 4 минуты. Для полного счастья? И вы тогда будете счастливый человек? Ну нет. Если нет. Будет по литературе 4, не очень. Ну я еще даже не думаю. Ну подумай. Обязательно. Давайте еще вопросы, оператор. Режиссер, постановщик, корреспондент и журналист. В какую школу вы ходите? Все я. В какой школе учитесь? В 27-й. А хотите в какую-нибудь другую перейти? Ну, меня хотят, но я не хочу. Не очень. Меня хотят, но я не хотите. Нет, не. Ну хотят... и не переходите, если не хотите. Ну, хочу и не хочу. Полу хочет, полу не хочет. Да. В каком вы классе? В 7-м. Хорошо, а вы? В 10-м. Ну, хорошо. Хорошо. Вы справляли свои дни рождения? Да? Вот второй. А? А? Справляли свои дни рождения? А у вас весело? Отлично было все. А у вас весело? Да. Ну как? Вам не весело было, вам не до веселья было. А вам до веселья? У вас же всякие колямбы были. Да. Мацы, которые говорили специально для джема. Какие маты? Матов не было. Максы, говорю. Маты были. Маты не было и максов не было. Маты в намеке были. А у вас были маты в намеке? Нет.